Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я рассказывал только что вот о методе Мартингейла, о том, как торговать, но скажу вам по секрету, трейдинг – это, конечно, есть возможность высокого дохода, но и большие риски. А что же делаю я сам? А сам я по-прежнему покупаю ноты. Сейчас конец года, и снова наступает самое лучшее время для того, чтобы пополнить ИИС. ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет, и если он открыт по типу А, то он дает возможность вернуть деньги, которые уплачены в течение года, но суммы не более чем 400 тысяч рублей. Мои доходы, которые были обложены этим налогом, значительно превышают 400 тысяч рублей, поэтому я решил, что, в общем сказать, ну, постараюсь, по крайней мере, 400 тысяч вложить на ИИС. И в какие инструменты я на ИИС буду вкладываться? Ну, вот посмотрите, у меня открыт ИИС, и сейчас там, ну, вы знаете, сейчас там 0 рублей. Вот, значит, смотрите, интернет-трейдинг России у меня, структурные продукты – это структурный продукт на обычном счете брокерском, и, ну, здесь глобал, и вот он, независимый ИИС. Ну, на самом деле, да, и там 0 рублей. Вот, но сейчас мы выберем структурные продукты, и тот структурный продукт, который уже открыт у меня – и который, ну, практически все акции, кроме одной, сейчас одна, Сбербанк Преф, в небольшом минусе находится, но, скорее всего, она вырастет и закроется. Так вот, так как все выросли, то сейчас я попробую еще раз открыть его же, но условия-то будут входа уже другие, и поэтому все будет иначе. Итак, ежемесячный потенциал номер один мне по-прежнему нравится. Один год, раз в 30 дней, один год срок действия, это максимальный, но если все 4 акции, которые в него входят, это Алроса, Мосбиржа, Новолипецкий НЛМК и Сбербанк привилегированные, если все 4 акции вырастут, хоть когда-то, в ближайший период наблюдения, то, соответственно, нота будет закрыта, будет выплачен очередной купон, и нота будет закрыта. Я ожидаю, что предыдущая нота будет закрыта в первый же период наблюдения. Вот. Но сейчас акции выросли, особенно Мосбиржа, больше всех выросла. Я не думаю, что она дальше будет так уж интенсивно расти. Поэтому вот мы выбираем этот продукт. Я выбираю. И, ну, здесь я не буду, я уже рассказывал о нем, поэтому сразу нажимаю «Оформить». Посмотрите, мы помним, что у меня на ИИСе не было раздела «Структурные продукты». Ну, это ничего не значит. Смотрите, комиссия за сделку 10 рублей, сумма инвестирования 100 тысяч минимальная. Ну, если я наскребу такие 400 тысяч, то, в общем, сказать, наверное, я их и приобрету, все эти продукты. На 400 тысяч, ну, каждый из них по 100 тысяч будет. Ничего страшного. Смотрите, я выбираю индивидуальный инвестиционный счет ИИС. Один раз в год. Снова барьер отзыва продукта 100%, барьер выплаты купона 85%, барьер защиты капитала 85%. Я говорю «Подтвердить». Получить код. Здесь электронная подпись какая-то, контрольная сумма. Вот он код. Так, тут написано «Никому не говорить», поэтому я вам не скажу его. Вы этого не видели. Я подписываю, что я хочу открыть такой продукт, пополнить счет, получить реквизиты и так далее. Давайте я сделаю так. Получить реквизиты. Структурные продукты. Вот такие реквизиты для пополнения индивидуального
инвестиционного счета. Ну, собственно говоря, в ближайшее время я переведу деньги на эти реквизиты, и этот продукт будет открыт. Прямо сейчас я перейду в банк Тинькофф и переведу эти денежки 100 тысяч и 10 рублей, потому что комиссия 10 рублей, на этот счет. И, собственно говоря, все, счет будет открыт через некоторое время. Ну, а мы с вами будем наблюдать, что с ним происходит. Смотрите, какая интересная ситуация. Две одинаковые ноты у меня будут открыты, а условия входа разные. Посмотрим, как они себя будут вести. Ну, кто-то может смотреть, а кто-то делает. Я это делаю. Ну, оставайтесь на моем канале, смотрите за моими приключениями с моими нотами. Ну, а я с вами прощаюсь на сегодня. Лайк, спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.